Как с пользой провести выходные, где что происходит интересного, какие спортивные и культурные мероприятия проходят в Сарове, расскажем в нашей афише. Саровский драматический театр. Начать выходные можно с похода в театр. 24 февраля в Саровском драматическом театре пройдет театральный урок мужества «Ласточки Победы». А 25 февраля театральный квартирник, начало в 18:00. Приобрести билеты можно по пушкинской карте для зрителей старше 12 лет. Для маленьких зрителей 24 февраля в 11:16 откроет свои двери театр «Кукол Кузнечик». Там покажут спектакль «Серая шейка». Спектакль рекомендован к просмотру детям с 4 лет. Городской музей приглашает всех желающих на выставку «Планета Земля и Индия». В экспозиции представлены фотографии, сделанные участниками экспедиции Международной общественной организации «Центр духовной культуры». Все желающие в возрасте от 6 лет могут посетить курс познавательных занятий. Лес полон сказок и чудес, пернатые соседи, жужжащие истории и другие. В музее народной игрушки на выходных можно посмотреть сразу несколько выставок. Учащиеся детской школы искусств представили экспозицию «Посидим, помурчим». А семья Поздняковых «Квач» подготовила выставку своих творческих работ в рамках проекта «Все начинается в семье». 24 февраля в 14:00 музей приглашает всех желающих в клуб любителей вязания крючком. Свяжем сказку сами. Возрастное ограничение 10+. 24 февраля в Центральной городской библиотеке имени Пушкина пройдет семейный выходной «Папам посвящается» без возрастных ограничений. 23 февраля в молодежном центре пройдет онлайн-квиз к Дню защитника Отечества. Приглашаются все желающие. Мероприятие будет проходить в течение всего дня. 24 и 25 февраля в Ледовом дворце пройдет первенство Приволжского федерального округа по хоккею среди юношеских команд 2010 года рождения. Ну и, конечно, на массовое катание на коньках приглашают каток Икары и Ледовый дворец. Следите за временем на официальных сайтах. Проведите время с пользой, чтобы потом рассказать друзьям и коллегам, как здорово вы отдохнули в выходные.